Дорогие друзья, Одесса закрыта на карантин. Это единственное верное средство, волшебная пилюля, как мы надеемся, которая позволит действительно приостановить распространение этого страшного заболевания. Тем не менее, жизнь продолжается. Мы приглашаем всех деятелей культуры на странице Фейсбука Департамента культуры и туризма размещать свои работы. Уважаемые художники, если мы не можем сегодня прийти в выставочные залы или в музеи, присылайте на адрес департамента ваши интересные новые работы. Мы с удовольствием будем делать онлайн-выставки. Мы с удовольствием будем делать трансляцию онлайн новых музыкальных произведений или литературные чтения. Присылайте ваши предложения, мы будем развиваться, мы будем культурно наполняться и жить дальше. Просим вас без паники и с радостью делиться своим творчеством.